Изучая коллекции одежды на сайтах или в магазинах, разбегаются глаза. Хочется купить все и сразу. И в этот момент меньше всего задумываешься о том, с чем будут сочетаться отдельные предметы и не будет ли гардероб перегружен однообразными вещами. Проект «Модель X Plus» от имидж-клуба «Светлана» на этой модной практике научил девушек не совершать необдуманных покупок. Советы от стилиста тут же разбирали на примере, учитывая не только особенности фигуры, но и уже сложившийся гардероб участниц, их вкус и образ жизни. Проект «Модель X Plus» – это очень интересный этап в жизни наших участниц. Это школа, помогающая женщинам понять себя, увидеть по-новому. А мы, партнеры этого проекта, с удовольствием помогаем им в этом. В рамках проекта проходили модные практики. И тема нашей модной практики – это коррекция фигуры. Я в эйфории от магазина «Эйфория». Причем стилисты очень профессионально подобрали за 5 минут образ. Очень мне нравится образ мой. Вообще девочки все такие симпатичные, красивые, преобразились. Один образ мне, конечно, который я ношу и люблю, и хотела бы приобрести до образа. Второй мне джинсовый образ подобрали, конечно, кричащий такой, который я, может быть, где-то раньше в молодости и хотела. Вот. Сейчас я на него присмотрелась, как бы, и я думаю, возьму его все-таки. Это мой образ, и они почувствовали и прочувствовали его. Возможно, я бы просто прошла мимо него, не заметив. Ничего экстремального в этом образе нет, но, возможно, просто среди вещей я бы сама не увидела. И комбинезон, и идеальный костюм прекрасно скрывают недостатки фигуры в области талии, бедер, зоны галифе. Вертикальная полоска вытягивает фигуру, корректируя ее на уменьшение. Ну и, конечно, яркие аксессуары в виде эффектной яркой шнуровки или сумки, украшения, ободки добавляют изюминку и отвлекают внимание. Правильный костюм современной формы имеет прямоугольный удлиненный пиджак, который изумительно скрывает все недостатки под собой. Дополните его аксессуарами в виде многослойных украшений. В этом сезоне в моде стиль милитари, и «Эйфория» представляет целую коллекцию в этом стиле. Расцветки самые разнообразные, стандартные хаки и необычные шоколадные оттенки. Еще одним элементом в вашем гардеробе для коррекции фигуры может стать красивая и качественная юбка-плиссировка трапециевидной формы, под которой будут скрыты все ваши секреты. Все эти правила наверняка каждая участница знала и до проекта, просто не умела их правильно применять. Здесь же организаторы дозированно и доступно дают информацию и учат не потеряться во всем, что имеет приставку «модно». Есть много передач, журналы, общение с различными людьми, но на данном проекте Марина Александровна дала много информации, очень нужной, необходимой, важной. И на данный момент я сейчас хожу по магазинам, и я уже все это применяю, намного интереснее, объем уже откладывается в голове. Вспомнить какой-то определенный момент жизни своей, да, и воплотить это. То есть не бояться и воплощать свои, как бы, мечты, цели, задачи. Это все здесь, это здесь можно приобрести. Ты открываешься сама с разных сторон, знакомишься с людьми, узнаешь новое не только о городе, но и о тех местах, которые, казалось, уже не открыты. И настолько интересная атмосфера зажигает. И вечерами вы не сидите дома там у телевизора или в ресторане, а вы общаетесь и учитесь. Как отмечают организаторы, после каждой модной практики девушки долго обсуждают полученные знания в режиме онлайн, делятся фотографиями и эмоциями. А это значит, что ни одна тема не проходит бесследно, даже если не удалось лично присутствовать на уроке. Впереди у девушек последняя модная практика, посвященная деловому стилю, а после мы увидимся уже на финальном дефиле 19 марта. No.